Вот уже третий год подряд Сочинский институт РУДН открывает международную зимнюю академию «Моя профессия – юрист». В свои стены филиал одного из самых узнаваемых вузов страны приглашает представителей юридических вузов России, юристов-практиков и не только. В этом году среди участников – студенты и преподаватели из Абхазии и Казахстана. Когда мы говорим о Сочинской зимней академии, то это явление редкое и уникальное. По крайней мере, среди юридических подходов по повышению квалификации, по научным исследованиям, вот чего-либо аналогичного просто нет. Программа Академии нынешнего года весьма насыщенная. В течение 5 дней ее участники будут говорить о профессиональных и коммуникативных навыках юристов, о формировании позиций по делу и о вопросах юридической конфликтологии. Одним словом, о профессии юрист в теории и практике. Программа сделана очень новаторски. Она ориентирована на то, что есть новые задачи, меняются методики обучения юристов, обновляются и федеральные и государственные стандарты. И многие новые задачи ставятся перед преподавательским составом. Надо сказать, формат академии, говорят организаторы, позволяет на равных участвовать и студентам, и преподавателям. Здесь все в роли учеников. Одни получают новые знания, другие делятся опытом. Студент – это тот человек, который всегда стремится узнать что-то новое. Такой формат обучения и такой формат, назовем это конференцией, он очень интересен и нов в том плане, что здесь мы можем обменяться мнениями с преподавателями, и преподаватели нас услышат. Обсуждать актуальные вопросы практикующие и будущие юристы будут до 3 февраля. По окончании Международной зимней академии преподаватели получат удостоверение о повышении квалификации, а студенты – сертификаты. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.